2017 yıl biz üçün erekşe yıl bolmaq. Ötkeni elimizde iri xalqaralıq iş-şaralar ötedi. En aldımen Expo 2017 körmesi. Sonumen qatar bul jıldı kıskı universiyada aşatın boladı. Universiyada mağızı jağınan olimpiada oyundarından keyin ikinci orında. Köptegen elder osu universiyada arkılı olimpiadanı ötküzü mümkündügüne ye boldı. Mısalı, jazgı olimpiada boyunca Brazilya, Kenes Odağı, Kıtay, kısqı oyundar boyunca Koreya Respublikası'nın atauğa boladı. 2017 yılı universiyadanı xalqaralıq dengede ötküzü qajet. Bul elimizdin əleuetin əlemge tanıtudun, sport pen dene şınıqtırudı barınşa kötörüdün tağı bir jolı. Для подготовки к универсиаде создан авторитетный оргкомитет под председательством премьер-министра Республики Казахстан. На его заседании 27 ноября рассмотрены ключевые организационные вопросы. Председатель агентства по делам спорта и физической культуры Талгат Амангельдиевич подробно рассказал и доложил о программе универсиады и развитии зимних видов спорта в стране. На универсиаде будут представлены 8 обязательных видов спорта: фигурное катание, шорт-трек, горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, хоккей с шайбой, керлинг, а также еще 4 вида, которые вправе включать принимающая сторона. Предложены прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, конькобежный спорт и фристайл. Анализ, проведенный агентством, показал, что по ним у нас имеется определенный задел и перспективные спортсмены. В то же время требуется принятие дополнительных мер по развитию зимних видов спорта, которые были доложены оргкомитету. Внесено предложение о совместной разработке комплексного плана подготовки спортивного резерва. Аким города Алматы Ахмеджан Смагулович подробно рассказал об использовании имеющихся и строительстве новых спортивных объектов, об анализе зарубежного опыта в вопросах инженерного обеспечения. Планируется задействовать высокогорный каток Медева, горнолыжный курорт Шымбулак, международный комплекс лыжных трамплинов Сунхар, дворец спорта имени Балван Шолаха в городе Алматы и лыжный биатлонный стадион в Алматинской области. И новые объекты, которые предстоит построить: ледовый дворец и ледовую арену, а также атлетическую деревню. В этом качестве будет выступать студенческий городок в городе Алматы, который создается по поручению президента страны и включен в программу «Студенческое жилье». 28 ноября глава государства еще раз акцентировал внимание на решение проблемы студенческого жилья, так что в данном вопросе мы идем в русле его поручений. Под строительство указанных объектов акиматом определены земельные участки, отмечены проблемные вопросы по теплоснабжению, электроэнергии, газу и так далее, представлены меры по их решению. Идет плотное взаимодействие агентства и акимата с ФИСУ, Международной федерацией студенческого спорта, разработан мастер-план и концепция проведения игр, они представлены в ФИСУ. По итогам заседания оргкомитета принят протокол, определены базовые задачи и график, даны соответствующие поручения. Чтобы не повторяться, сегодня позвольте более укрупненно доложить о том, что мы планируем в сфере развития молодежного спорта в школах, колледжах и вузах. Казахстанская студенческая сборная представлена на Всемирной универсиаде с 1993 года. При этом с 2005 года есть тенденция роста числа казахстанских участников. Всего в универсиадах участвовало 228 наших студентов, завоевано 28 медалей, 11 золотых, 5 серебряных, 12 бронзовых. По данным агентства по делам спорта и физической культуры, в нашей стране развиваются все виды спорта универсиады. В 12 регионах ими систематически занимается более 61 тысячи человек. Но для полнейшей, полноценной подготовки к универсиаде нам необходимо на совершенно новый уровень поднять физическую культуру и спорт школьников и молодежи, то есть растить спортивную смеру. Ведь уже сегодняшние восьмиклассники имеют шанс участвовать в этой универсиаде. За 90-е годы мы подрастеряли часть потенциала юношеского спорта. Теперь нужны конкретные меры по его возрождению и развитию. Поэтому по подготовке к универсиаде мы провели специальную коллегию министерства, определили первоочередные задачи, которые уже выполняются.
Разрешите акцентировать ваше внимание на следующих важных вопросах. Первое – это расширение охвата школьников и студентов работы спортивных секций по месту работы. Сейчас в 36% общеобразовательных школ созданы условия для занятий зимними видами спорта. Например, 25% школьников имеют возможность для занятия лыжной подготовкой. В организациях среднего образования доля учеников, охваченных спортивными секциями, составляет 22,5% и имеет положительную динамику. В свете подготовки к универсиаде, думаю, местным исполнительным органам надо интенсифицировать оснащение школ необходимым оборудованием и кадрами. Существующая спортивная база в областях недостаточна для хорошего охвата молодежи. Эту базу на местах надо существенно модернизировать и увеличивать. Ведь от того, насколько мы сможем расширить доступность спортивных объектов, напрямую зависит охват молодежи спортом. А значит, возрастут возможности отбора и воспитания перспективных спортсменов. Сегодня на балансе школ состоит более 20 тысяч спортивных сооружений. Из них по зимним видам спорта только 567 объектов, 35 раз меньше. Учитывая изложенное, прошу поручить акимам областей, города Астаны и Алматы принять необходимые меры по строительству спортивных сооружений, обеспечению спортивным инвентарем и экипировкой общеобразовательных школ и колледжей, в том числе с привлечением инвесторов. Кроме того, предусмотреть открытие детско-юношеских клубов физической подготовки на примере Северо-Казахстанской области, а также спортивных спецклассов в школах. Возможно, для всего этого необходимо в регионах разработать целевые планы мероприятий. Мы будем существенно развивать и спортивную базу высших учебных заведений. Здесь зона ответственности нашего министерства. Не везде эта база равномерна и в большинстве своем требует улучшения. В этом направлении мы будем работать. Ректорам вузов дано поручение проработать вопрос о создании на базе своих объектов детско-юношеских спортивных секций. С 2013 года будем увеличивать число грантов по специальности физическая культура и спорт, одновременно усилим повышение квалификации учителей физического воспитания. Второе. О повышении уровня подготовки по зимним видам спорта. У нас регулярно проводятся спартакиады учащихся общеобразовательных школ и колледжей. Результаты спартакиады свидетельствуют, что из 12 зимних видов спорта, входящих в программу универсиады 2017 года, получает развитие лыжные гонки, конькобежный спорт, хоккей с шайбой, шорт-трек. Они преимущественно развиты в Ахмолинской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях и города Алматы. Слабо развитыми видами по стране являются биатлон, сноуборд, трамплин, фристайл, горные лыжи, фигурное катание, совсем не развит керлинг. Анализ показал, что школьная и вузовская спортивная подготовка была существенно разделена в подборе спортсменов на универсиады, были задействованы только высшие учебные заведения. Сейчас такое положение совместно с регионами мы будем менять и готовить спортсменов по единой схеме школа-колледж, высшее учебное заведение, казахстанская сборная. Еще один аспект – недостаточная корреляция между уровнями соревнований по зимним видам спорта. Из 8 обязательных видов спартакиады школьной универсиады проводится только по 4 видам спорта, республиканского университета по 5 видам. В этом направлении нам нужно усилить межведомственную координацию по зимним видам спорта в свете программы универсиады. Поэтому мы предложили уже в этом году проводить в регионах малые универсиады с участием одновременно школьников и студентов. В результате можно будет провести качественную селекцию школьников, которые в 2017 году смогут войти в нашу сборную. В качестве вознаграждения за призовые места в малых универсиадах целесообразно выделять гранты на обучение в вузах, специальные призы и поощрения спонсоров местных исполнительных органов и так далее. Таким механизмом мы заполним определенный вакуум, который сейчас наблюдается во взаимодействии школ с вузами для качественной подготовки спортсменов на Всемирную универсиаду. Вместе с тем,
Надо активизировать работу детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. Именно они должны дать базовый импульс развитию видов спорта Всемирной универсиады. И третье. На универсиаде планируется задействовать около 3000 волонтеров. В этой связи, думаю, будет полезным направить наших волонтеров для получения опыта в город Казань на летнюю универсиаду 2013 года и в город Трентино, Италия, в декабре на зимнюю универсиаду. Этим будет заниматься созданная по инициативе Министерства образования и науки национальная волонтерская сеть. Уважаемые коллеги, решение данных вопросов будет способствовать достижению главных целей Универсиады 2017 года, успеху нашей сборной, достойному принятию гостей, вовлечению казахстанцев в массовый спорт и созданию серьезного спортивного резерва.